Шанти. Добрый вечер. Здравствуйте. Иван, как ваши дела? Микрофон включите. Не слышу. Попробуйте еще раз микрофон включить, выключить. Теперь. Да, теперь лучше слышу. Извините, опять не слышу, что ж такое. Что-то с микрофоном. Он просто выключен, да, у Ивана выключен микрофон, там показывает. Теперь включен, да. Какая-то проблема у вас с микрофоном, я вас вообще не слышу. Да, очень жаль. Очень жаль, было очень интересно послушать ваши результаты по исполнению желаний, как у вас получается медитировать, какие сложности. Может, вы попробуете выйти и перезайти? Еще время есть. Давайте попробуем. Я вижу, да, и слышу. А вы меня? Да. Теперь я вас. И мы вас тоже прекрасно, да. Я говорю, благодарю. У меня все хорошо. Я медитировал на протяжении этой недели. Ну, не все получается, но кое-что получается. Я вас благодарю за поддержку, то, что я шел в больницу, вы меня поддержали, вы мне дали наставление. Я вам благодарен за это. И, ну, у меня все хорошо. Это очень хорошо. Иван, скажите, как ваше состояние поменялось с момента, как вы начали медитировать? Может быть, есть конкретные какие-то изменения, которые вы заметили в себе? Ну, раньше была усталость такая. Как-то я очень быстро уставал, и на протяжении дня меня склонило к сну. А сейчас я более энергичен, более у меня чувствуется... Ну, что я как-то себя лучше чувствую. То есть общее энергетическое состояние у вас поменялось, да? У вас теперь больше, да, энергии ощущается? Да, в лучшую сторону.
Скажите, а вот, может быть, у вас мысли поменялись, может быть, эмоции стали немножко другие, что-то поменялось. В эмоциональном и ментальном плане есть изменения? Да. Ну, более я сдержан стал. Мне кажется, что все идет как бы в лучшую сторону. Да, благодарю, что поделились. Это очень интересно, когда ученики начинают потихоньку изучать себя, свой внутренний мир. И я сам очень люблю внимательно наблюдать за изменениями, проводить аналогии. И тогда даже вот как-то ум начинает быстрее доверять вот этому, вот этим тонким энергиям, потоку. И он как бы более расслабляет тело, дает команду, тело больше расслабляется, энергии больше входит положительной. Ну, вот происходит максимальное ускорение, возможное ускорение, безболезненное и без таких тяжелых последствий роста сознания. Вот это очень интересно всегда наблюдать. Да, это действительно так и происходит. Вы медитируете, вы какую медитацию в основном? Какая вам больше понравилась? А я в последнее время там, где-то уже 3 раза пробовал медитировать. То, что вы выставили 27 этих позиций на там, она длится 3 часа. Я пробовал ее делать, но еще не до конца, но она как-то усушается эффект после этого, ну как бы. Я чувствую, что оно, на меня вот эти все энергии как бы влияют. Да, я понял. Вы уже прям готовитесь на первую ступень. Это еще далеко. Я понимаю, что это еще не скоро будет. На самом деле, мы же... Если не брать в расчет наше эго, то у нас же есть фактор всемогущества. Мы же часть Бога, и если мы что-то желаем, и то, что мы желаем во благо каждого, а значит, это в плане Бога есть, то это реализуется очень быстро. Это только нам эго начинает поставлять палки в колеса. Мы начинаем желать не то, что хочет наша душа. Из этого есть сложности. Поэтому это очень хорошее искреннее желание практиковать рейки, получить первую ступень, обновить каналы энергетические, заново пробудить душу и соединиться с Абсолютом на уровне тела, на уровне ума и души. Это очень высший уровень вот такого, знаете, светлого желания для себя и для всех, потому что человек, который снова начинает чувствовать любовь Бога, он же и свое окружение тоже наполняет этой любовью. Он сначала себя наполняет, потом, когда он становится уже полным сосудом, из него начинает это все искриться и наполняет окружение, семью, обстоятельства, ситуации. И таким образом происходит чудо, волшебство. И у человека мир меняется, и вокруг людей этого человека мир тоже начинает меняться. Кто не готов, тот либо будет идти к этому пути в вашем окружении, ну, в окружении человека, кто практикует духовный рост. А кто был уже готов и нужно было только подтолкнуть, он увидит в этом какие-то подсказки и сам обратится. И таким образом происходит трансформация.
Самое главное, гармоничным способом, самым гармоничным, в нейтральном состоянии. Ну, вы правы, это действительно так, но ум еще упорствует, он еще не согласен на это все. Да. Эти все сопротивления во время инициации убираются. Очень будет практически сложно победить ум, не имея инициации в рейке. Это очень сложно будет сделать. А когда проходит инициация, то в этот момент душа набирает такую силу, которая у нее была при рождении в этом человеке, в этом теле человека. И тогда, конечно, ум, во-первых, он получает огромный поток энергии дополнительный, ему тоже становится хорошо. И какое-то время он даже начинает уже мотивировать, заставляет раньше просыпаться, медитировать, там, работать над собой. Он видит в этом интерес. И на самом деле первая ступень уму это никак не повредит. Просто становятся более экологичные мысли, чистые образы. Тело становится более здоровее, задача ума и тело сохранить. Поэтому у них как раз происходит на всех вот этих трех департаментах тела, ума и души, в принципе, полное согласие. Человек с очень тяжелой кармой и тяжелой энергетикой, ему даже физически сложно находиться в потоке рейки, потому что те сопротивления, те энергии, которые в нем живут, которые он сам создал своими эмоциями, где-то чужие эмоции перенял, где-то чужие модели поведения перенял. Это все есть информационная, энергоинформационная, ну такая сущность. Какие-то блоки, какие-то субстанции энергетические. И если у человека тяжелое энергетическое состояние, карма, он просто физически не может находиться в этом, потому что жутко дискомфортно становится всем этим программам, и они человеку на физическом теле, в физическом состоянии начинают доставлять очень много дискомфорта. Поэтому то, что вы уже здесь, это говорит о том, что программы ваши и карма ваша позволяют такому благословению прикоснуться к Божественному, к потоку, к Господу. Я просто проводник, который... Его задача просто проводить эту энергию. И все. Основное – это благословление для того, чтобы вы через проводника получали божественный поток. И это уже шаг. И следующий шаг – это уже дальнейшее уже развитие, самостоятельная работа над собой. Просто промежуток может быть, скажем так, один шаг, но он может быть у кого-то 2 года, у кого-то 3 месяца. Самое главное, что... Мы делаем каждый день один маленький шажок к этому. Это самое главное. Духовное развитие и работа над собой – это взаимосвязанные вещи. Невозможно почувствовать по-настоящему добровольно любовь этой Вселенной, выше Вселенной, не разобравшись со своими внутренними отрицаниями. Ну, много можно говорить. Кто-то говорит это там демоны, кто-то говорит сущности, кто-то говорит астральные там какие-то тела. Ну, неважно. От этого вообще суть-то не меняется. Это смысл того, что это
созданное нами, либо в этой жизни, либо в прошлых жизнях, где-то по карме, по роду пришло, где-то по карме, по месту нашего жительства, по месту рождения. И оно все имеет, конечно же, оно живое, просто в другом измерении, но оно живое. И оно тоже кушать хочет. И оно живет на определенных энергиях, на определенных вибрациях. Вот, к примеру, высоковибрационный человек, духовный человек, у него даже если вирус попадет, болезнь какая-то, она там не выживает. Потому что вибрации, биоэнергетические вибрации этого человека выше, чем жизнеспособные вибрации вируса. И он инфицируется, но он не получает таких тяжелых последствий. Просто вирус умирает, он не может жить. Это неудобная среда обитания для низковибрационных сущностей. Этим и хорошо духовное развитие. Работа над собой – это прежде всего это храбрость и смелость признать свои ошибки, свои недостатки перед самим собой. И это просто огромнейшая на самом деле заслуга, если человек начинает признавать перед самим собой свои собственные недостатки и искать выход, как их исправить. Вот это очень, очень важно. Это, в принципе, и есть уже знакомство, продолжение нашей лекции, знакомство с Рейки. Это все взаимосвязано. Энергия Рейки, кто ее как понимает? Кто понимает, это просто как целительский инструмент, который, в принципе, даже человек не инициацию, нормально даже этим не пользуется. Просто по одной простой причине, что если человек будет ощущать себя целителем и присваивать эти регалии себе, то он не будет пускать через себя божественный поток. Что делает божественный поток? Это как со стаканом с грязью. Заливается чистая вода, и потихоньку-потихоньку вся эта грязь поднимается и с краев выливается. И когда человек, имея инициацию, неправильно даже работая, просто хотя бы ставя руки, путем наложения рук, пытается кого-то исцелить, но не пускает и не настраивается на уровень души, на поток рейки, да, на божественное, на абсолюта, то он работает на своей биоэнергетике. Какие-то вещи он, может быть, и переосознает, но это больше будет уже опыт ума. И это будет работа в лучшем случае снизу вверх, то есть через силу сопротивления перед самим собой мы будем пытаться пробивать этот пласт грязи в нашем сосуде и потом как-то его выталкивать наверх. А если получается обратная ситуация, мы полностью расслабляемся, доверяем потоку рейки, пяти принципам рейки. В них очень много все заложено на самом деле. Там достаточно соблюдать даже просто первый принцип, и все четыре остальные автоматически начинают соблюдаться. И у человека просто постоянно связь с Господом, и каких неправильных поступках может идти речь, о какой сложной карме может идти речь. Если человек постоянно связан с Господом, он получает постоянно благословение его. Таким образом, стираются и сжигаются все условности этого мира. Это очень сложно сделать. Мы все учимся этому, даже святые этому учатся. Все равно есть противодействующая сила, которая в этом не заинтересована. И получается, когда эта энергия наливается
к нам сверху вниз, она промывает нас. И потихоньку отслаивается эта вся грязь и поднимается вверх. Заметьте, она поднимается вверх, то есть происходят какие-то проявления в человеке, какие-то скрытые обиды начинаются проговариваться, какие-то задавленные манеры поведения, какие-то вредные привычки могут заново обостриться. Но это подъем идет этой гадости, которая уже утрамбовалась. Потом она все равно выходит наружу и больше не возвращается. Потому что там, где была эта гадость, теперь там энергия рейки. Таким образом, у человека растет самосознание. Просто идет беспрерывный процесс роста сознания и духовного роста человека. Поэтому даже первая ступень рейки – это не просто положил руки и лечишь. Нет. Все на самом деле очень объемно. И чем лучше мы будем понимать и знать свою энергетику, как работают чакры, за что они отвечают, какие у нас есть тонкие тела энергетические, наше физическое тело, то таким образом мы начнем больше понимать причину, которая привела нас к определенным нам неугодным последствиям в нашей жизни, в нашем здоровье. И мы становимся более осознанными людьми по-настоящему. Вот. Поэтому это очень хороший, это замечательный путь. И это замечательный путь для самого человека, замечательный путь для его окружения. И можно отработать десятки своих прошлых жизней, отрицательные кармы в этой жизни. Можно и сотни. Мы же получаем самый высший поток. Таким образом, все условности стираются. Если у нас приходит мудрость и осознание в наших ошибках, и мы в следующий раз делаем по-другому, скажем так, с отрицательного в положительное, то наше сознание растет, сразу отрабатывается очень много кармических вопросов, и много кармических впереди уже снимаются. И это всего лишь просто первая ступень рейки. И раньше, чем уникальна система рейки? Раньше тоже и до нашей эры людей лечили руками, и в разных культурах это было. Единственное, что было, что это всегда была закрытая информация. Она передавалась только избранным ученикам. Она требовала очень долгого времени наработок, практики, годами, десятилетиями. А что сделал доктор Микао Суй? Он невероятно сложный механизм, который можно осознать, понять и пользоваться этим, настолько упростил в пользовании, что это стало доступно любому простому человеку, не монаху, ни йогу, который 10 лет медитировал, а простому настолько благословили высшие силы, что это стало передаваться. И сначала это передавалось только в Японии. И тоже такая интересная история, когда учитель доктор Микао Суи сначала исцелял. Вообще замечательные были результаты. То люди снова потом заболевали. Он тогда ввел эти 5 принципов рейки для того, чтобы у людей менялось сознание. Потому что
как бы причина, вернее так, последствия были сняты, а сознание, которое привело к этим последствиям, сама причина в человеке была не проработана самим человеком. И тогда люди повторно заболевали, потом ввели эти 5 принципов рейки, и стало держаться это состояние у людей. Но он понял, что он же всех не исцелит. Он физически этого сделать не сможет. И он нацелился на то, чтобы открывать клиники в Японии, клиники энергетических практик, рейки. И он взял факел. И днем он шел с этим факелом и говорил, кто хочет видеть и слышать, тот идет со мной. И среди дня, среди белого дня он был с факелом, и это был такой символ, что кто хочет действительно пробудиться в этой темноте, вот я с факелом, вроде как день, но на самом деле в сознании людей темнота. И я с факелом, и вот кто хочет, идите со мной. И это стали его учениками, успешными терапевтами. И так это развивалось. Много было клиник. Это был очень такой молниеносный взлет успеха. И потом уже военный доктор, его ученик, доктор Шиджиро Хаяши, следующий из основных мастеров рейки, благодаря ему знания, которые доктор Микао Суи передавал своим ученикам, и это все оставалось в стенах клиник, благодаря ему после ухода из тела доктора Микао Суи это структурировалось в первую очередь, потому что доктор Микао Суи не рисовал символы, он это все через кота-дамы, через специальные горловые звуки произносил. Он это больше на чувствах. Ну, это же тоже можно понять. Это человек, которому открылись эти знания, эти возможности. И, конечно же, он не будет стоять, просить запросы, да, как это делаем мы сейчас. Он это настолько в глубине своей души чувствовал, что достаточно было ему просто даже не подумать, а почувствовать своей душой. И уже это реализовывалось. Ну, это же состояние он же не мог объяснить многим своим ученикам. Потому что клиники росли, и нужно было больше учеников обучать. И кому попало, тоже это не давалось. Поэтому доктор Шиджиро Хаяши это структурировал эти знания, добился от него всех необходимых возможностей передавать эти знания путем инициации. Да? Но все равно без благословения высших сил и без благословления доктора Микао Суи не пошло бы дальше. Информации, знания рейки, они бы не пошли. Вот. И второй учитель, доктор Шиджиро Хаяши, будучи военным врачом, человеком очень таким структурированным, он это все структурировал, записал, расписал, сделал техники, сделал необходимые методики лечения. И даже есть определенный конспект, таблица, где какие позиции нужно делать при определенных заболеваниях, при определенных состояниях. То есть это уже путем опыта, да, опытным путем набивали опыт, руку набивали, и когда ситуация повторялась, результат положительный, это потом записывали. То есть это уже начало какую-то обретать, ну, систему. И все равно это было еще все закрыто только в Японии, только для японцев. И третий основной учитель – это госпожа Таката, живя в Гавайях, на Гавайи. Она болела онкологией, и она услышала
что это могут решить ее проблему в Японии. И тогда лечение рейки было не дешевое. Она продала свою квартиру и поехала. Легла в клинику. Полностью она исцелилась от онкологии. Она полностью поверила в рейки, в систему рейки. И она стала учеником. Но так как она сама прошла этот тяжелый путь от больного человека к здоровому, она тоже внесла свои корректировки. И она все-таки добилась того, что ей разрешили вывести эти знания в Америку. И через Америку это уже начало распространяться по всему миру. Сначала Америка, потом Индия, Англия, Европа, потом Российская империя и дальше уже. Вот такой вот интересный путь. Каждый учитель довносил свои правки. И уже последняя редакция, скажем так, она уже нам дает возможность прикоснуться к ведическим знаниям, к знаниям чакральной системы, да, вот, каким-то знаниям тибетским, каким-то знаниям даосским, каким-то знаниям традиционным японским. И вот это все есть теперь система рейки. Именно сама образовательная платформа. И она тоже развивается. И каждый год происходят изменения. Каждый год обновляются курсы по определенным направлениям. Потому что вибрации планеты Земли, матушки нашей Земли, они меняются, они растут. Вибрации Вселенной тоже меняются, и вибрации у людей меняются, и возможности усиливаются, и опять же, и уроки жизненные, кармические ужесточаются, ускоряются, спрос к человеку уже совсем другой за его поступки, уже как бы прилетает человеку буквально очень быстро за неправильное действия. Поэтому школа живая и добавляются новые знания, все новые, новые, новые. Таким образом, эта система рейки уже стала образовательным таким проектом, который позволяет не просто положить руки и молиться, а в первую очередь познать себя. И уже разбиравшись в себе, закрыв эти все дырки, из которых уходила энергия, стать более качественным проводником рейки на разных уже ступенях. И даже просто присутствуя на еженедельном круге рейки, это уже большой шаг к духовному развитию. В этот момент каждый получает сеанс. В этот момент каждый получает ответы на свои вопросы. И на самом деле на лекцию нужно приходить, даже если что-то вы знаете, если вы читали какую-то другую литературу, то всегда нужно приходить в состоянии пустого сосуда, чтобы можно было туда что-то налить. И наша вот эта вот настройка на нашу душу. И вот в этом состоянии, когда у человека есть какие-то вопросы, мастер их озвучивает, ответы сразу. Либо как-то разговор заводится, либо тема как-то меняется, либо человек идет по теме, потом раз перепрыгнул, что-то рассказал, потом опять вернулся. Это и происходит вот у ума,
у человека, который присутствует на лекции, возникает вопрос, есть связь на уровне души, высшие силы это чувствуют, потому что мы в одном пространстве находимся, и через мастера это передается. Вот такие вот чудеса, вот так вот это все работает. Хорошо. Юна, как ваши дела? Расскажите. Здравствуйте. Включите микрофон, не слышно вас. Расскажите, как ваши дела? Хорошо, хорошо. Я больше всего делаю вот медитацию «Кристальная чистота». Еще раз громче скажите, какую медитацию? «Кристальная чистота». «Кристальная чистота». И, да, и еще мне нравится на сердечнике. Очень хорошо. Это очень хорошо, что вам нравится медитация на сердечную чакру. Вот. У нас же на самом деле как работает все. То, что нам очень нравится, значит, с этим у нас проблем нет. А вот то, что нам не нравится, это говорит о том, что там сидят отрицания и максимально отталкивается. Это не делай, не надо. Вот ну, не делай это. Вот это делай, а это не делай. Но чем хорошо, что вам нравится сердечная чакра, да, медитация на сердечную чакру. Это же аспект любви. Это же аспект безусловной любви. Это аспект смелости, храбрости, силы воли. И эта чакра на самом деле питает своими высшими вибрациями, она питает все чакры. Поэтому если вам нравится практиковать раскрытие сердечной чакры, то все остальные чакры, где есть какие-то ситуации, вопросы там, по здоровью, по финансам, там, по отношениям, по самореализации, все будет выравниваться. Потому что самое главное, вы сами себе разрешаете. Сердце у вас раскрыто. А все остальные моменты, которые кармические, это все растворяется в безусловности. Спасибо, благодарю вас за ответ. Можно еще вопрос? Да, можно. Ну, во-первых, давайте мы как-то будем организованы, если у нас группа. Я предлагаю, если вы не против, называть мастером рейки вас. Ну, как-то нужно к вам обращаться. Поэтому я так предлагаю. Я вижу, там пишут Илья и так дальше. Я бы хотел как-то, чтобы мы это дело поставили. Ну, общее мнение было. И другое. Вот уровень развития наш будет разный. Как ну, вы нас, ученики, вы нас приняли, не приняли, или мы как бы вольные слушатели. И второй вопрос. Вы, я так думаю, за нами наблюдаете, вы видите уровень развития. Будете как-то влиять на уровень нашего развития? Или мы как бы... Не знаю, как нужно вот с этим вопросом объяснить. Хорошо, благодарю, Иван. Давайте по порядку отвечу. По поводу обращения ко мне. Как ваша душа меня принимает, так вы можете ко мне обращаться. По поводу вылетело из головы, извините. По поводу духовного развития. Духовный путь без учителя невозможен. Учитель всегда со стороны видит ошибки ученика. И таким образом
всегда его корректируют. И у всех есть учителя. У каждого духовного мастера, святого, у всех есть учителя. И если вы меня принимаете как учителя, я благодарю за это доверие. И знаете, как говорят, что когда готов ученик, приходит учитель. Когда созревает учитель, находятся ученики. Поэтому я стараюсь все сделать для того, чтобы кристально чисто передать состояние и энергию, информацию. Я радуюсь за ваши успехи. Я радуюсь, что вы практикуете регулярные медитации. И если даже они не каждый день происходят, это все равно огромный результат. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы в процессе медитации, какие-то сложности, то вы можете мне написать, и мы с вами этот вопрос обсудим. Сейчас же мы с вами проходим путь подготовки, скажем так, понимаем, изучаем азы энергетики, как работает этот мир, ну и в процессе очищаемся. Для того, чтобы получить благословение, прежде всего от Господа, да, и получить инициацию на первую ступень рейки, которая открывает для каждого человека огромные возможности. Но учитель никуда не уходит. Учитель, прежде всего, чтобы дать инициацию, благословить, Господь благословляет человека, который получает инициацию, потом благословляет самого учителя, который даст, выступит как проводник, и через него дадут инициацию. А потом происходит процесс отработки, где ученик с учителем на тонком плане постоянно связан. Учитель чувствует его переживания, сложности, как сопротивление, борется с ним или он с ними борется, помогает, молится за него. До полной отработки, которая обычно это 21 день, и дальше ученик уже самостоятельно вступает, он уже, учитель перед Господом уже отчитывается, говорит: Господи, я все сделал, вот теперь есть у него гид рейки, есть ангел-хранитель, теперь он связан с тобой, со всеми высшими силами, и ученик начинает работать самостоятельно над самим собой. Но в любой сложной ситуации и учитель, и ученик всегда на связи. Как и на тонком плане, так и на физическом плане. А задача учителя – постоянно отслеживать состояние, в каком он сейчас уровне развития, на какой чакре, какую ему информацию дать сейчас, какую попозже, какую медитацию посоветовать. Поэтому духовный рост – это не самостоятельный путь. Это всегда путь с учителем. И большая радость и счастье, когда у нас есть единомышленники наши, да, вот, которые могут между собой поделиться каким-то своим опытом. Тут тоже какое-то мистическое переживание почувствовал. Кто-то что-то в жизни уже у себя прям кардинально поменялось в лучшую сторону. И это все просто на уровне психологии даже нам дает больше уверенности, что мы поступаем правильно. Это такая вот структура, в которой задействована полностью и психология, и психика, и энергетика.
и душа, и даже тело. Поэтому я ответил на ваш вопрос. Замечательно. Хорошо. Давайте настроимся. Потом мы сделаем с вами 5 минут перерыв. И проведем основную медитацию. Восстановим свои чакры. Почистимся. Очистим наши ситуации. Зарядим потом пирамиду желаний на реализацию желаний самым наилучшим образом каждого, кто туда заложил свои желания. Наполнимся энергиями, распределим эту энергию на следующие 7 дней до следующей встречи. И закроем пространство. Таким образом, мы с вами, особенно я, с вами научусь держать тайминг, чтобы наша встреча занимала не больше 2 часов. И если нужно больше информации, то со временем мы это обсудим. Потому что когда поток льется, энергетический, информационный, ты входишь в такое трансовое состояние, ты говоришь, и о времени ты не замечаешь ни время, ни пространство, все, тебя нет. Ты просто какой-то входишь в какое-то такое состояние, в котором не существует ничего материального, физического. И в этот момент лучше останавливать, если уже там, знаете, 3-й час пошел, лучше останавливать. Хорошо. Самое главное, что рейки – это оптимизм. Знаете, многие вещи, которые, в принципе, я сам так дошел своим опытным путем, я понял, что гармония, все прекрасно, все замечательно. И когда все складывается, все замечательно. Но когда нет внутри вот этого оптимизма к жизни, то как бы вроде у тебя все хорошо, но ты в таком каком-то состоянии и не грустный, и не веселый. То есть как-то ты вот ты не чувствуешь вкус жизни, ты не чувствуешь вкус вот этих вот уже изменивших событий в лучшую сторону. Для тебя как бы становится жизнь как кинолента. И вот когда сознание пришло, что еще вот нужно оптимизм, все поменялось. Любая ситуация, она уже по-другому смотрится. И вот этот оптимизм, он проникает в каждую сферу жизни. А тут еще, с одной стороны, энергетика помогает практике, потом еще духовное, да, вот самопознание идет, рост сознания. Плюс этот оптимизм, который, даже если кто-то или что-то пытается сломить твою волю, не получается, потому что настолько раскрыта сердечная чакра, настолько наполнена оптимизмом, храбростью, что любая ситуация просто как игра. И в этой игре ты не жертва. Ты просто играешь. А, вот так. Давай, а мы вот так. А, вот так, а мы вот так. И вот ты играешь до поры до времени. Ну, на 3-й ступени все эти игры заканчиваются. Достаточно просто концентрации. Все. Все произошло, все решилось. И все. И все решается. Надо для этого сначала до этого уровня дойти, дочиститься, чтобы даже получив эту инициацию, тоже она начала реально работать. Вот. И тогда просто ты становишься, ну, каким-то таким, ну, тоже сверхчеловеком говорить неправильно,
На самом деле, вообще человек это настолько это великое создание, это уникальное создание. Куда может быть еще выше, чем человек? Даже боги завидуют нашим возможностям. Просто мы о них не знаем. Вот у нас есть все, у нас есть физическое тело, у нас есть энергетическое тело, наше эфирное тело, у нас есть астральное тело, наши образы, наши эмоции, у нас есть ментальное, наши мысли, у нас есть наше каузальное тело, это наше, ну, скажем так, склад наших деяний прошлого. И с этим тоже можно работать. И даже имея первую ступень рейки, уже можно будет работать со своим прошлым. Вот. А дальше будхическое тело – это чистое сознание души. А атмическое – это вообще, это если человек туда доходит, он просто преисполняется такой безусловной любовью, что он уже даже не воспринимает этот мир как что-то единое. Вернее, как, он его не воспринимает как взаимосвязанное что-то. Он это просто воспринимает как одно единое. Поэтому очень много возможностей открывается. Хорошо. Закрываем глаза. Расслабляемся. Просим Рейки помочь нам сбалансироваться. По-правильному ставим руки в намасте. Чувствуем тепло в центре своей груди. И через свое духовное сердце обращаемся благодарностью. Я благодарю себя. Сверхдушу нашего Господа, Творца нашего. Благодарю Рейки, всех учителей Рейки, доктора Микао Суи, до Харпита Сингхира и следующих его последователей. Я благодарю, называем свое имя Илью, свое тело, свое любимое тело, наполненное божественными энергиями. Благодарю свой род, мужской, женский, за помощь, за поддержку, за таланты, за здоровье, за молодость. Благодарю хранителей Земли и космоса. Благодарю ангела-хранителя своего. Я прошу Рейки помочь каждому из нас войти в состояние медитации для успешной работы над собой, очищения себя от отрицательных программ, подавляющих мой духовный рост. Восстановление моей чакральной системы для гармоничного внутреннего состояния. Исцеление и очищение всех моих внутренних пространств. Наполнение любовью и светом внешних пространств. Всего моего окружения. Давая мне мудрость и осознание, чтобы у каждого из нас путем роста сознания, мудрости и понимания отрабатывались все наши кармические уроки мягко и гармонично. Представляем белый фон. Белый-белый фон.
На этом белом фоне рисуем символы, соответствующие своей ступени рейки. Или символ своей веры, золотой крестик. С огромной любовью прорисовываем каждый каждую деталь символа. Повторяем мантру 3 раза символа. Можно сказать во имя Отца и Сына и Святого Духа. Чувствуем эту любовь. Здесь и сейчас, и время, и пространство. Хорошо. Представляем, как в нашей комнате, в которой мы с вами находимся, все наши золотые символы размножились. Теперь они на окнах, на дверях, на стенах, на потолке, на полу. И образуют они золотой каркас. Каждого пространства, кто смотрит это видео. Прошу рейки нести вибрации света, любви, гармонии, мудрости, взаимопонимания. Представляем белый шар над головой. В метре над головой делаем вдох через этот шар, центр груди, и выдохом через центр груди по рукам у каждого из нас сейчас льется белый туман, наполняя всю нашу комнату. Льется белый туман. Льется. Наполняет всю нашу комнату. Наполняет весь наш кокон. Все пространство нашего кокона 6 сторон. Открываем ладошки, держим тепло в центре груди и визуализируем, как с этих рук льется белый туман, который приводит в гармонию все подряд. Белая энергия с белого шара льется через макушку каждого из нас, в центр груди, и разливается по нашим рукам, стирая всю отрицательную информацию, блокирующую свободное протекание энергии через наши руки, через наши верхние чакры. Льется и наполняет комнату до потолка. Прошу рейки
устранить все препятствия, дать мудрость и осознание, поддержку и защиту. Белый туман начинает закручиваться по часовой стрелке. Быстро закручивается и стирает всю отрицательную информацию из пространства нашей комнаты, из пространства нашего кокона. Все, что мешает сконцентрироваться, медитировать, все стирается раз и навсегда. Стираем, 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 стираем. Подготовить пространство. Так и есть, так и есть, так и есть. Белый туман полностью очистил все несогласные энергии. Наполняется белый свет от Господа, каждого из нас. Представляем, как в нашей комнате растет золотая пирамида символов рейки, символов вашей веры. Вы находитесь в центре четырехгранной пирамиды. Чувствуете полную защищенность от всех отрицательных энергий. На момент круга рейки каждый из нас находится под защитой самого Господа через поток рейки. Эти пирамиды каждого из вас объединяются в одну общую пирамиду в нашем общем пространстве, белой комнате, в которой находятся все участники. Все мы с вами находимся в одной комнате. Полной защищенности здесь и сейчас. И на время проведения круга рейки. Вокруг нас растут еще три пирамиды спереди, три пирамиды сзади и пирамида слева и справа. Получается 9 пирамид. Наше пространство белой комнаты укрывается еще одной пирамидой, четырехгранной, большой, которая покрывается все 9 пирамид. С макушки этой пирамиды льется божественный свет и наполняет все, что находится в этом пространстве. Подтверждаем, что благости и милости Господа, потоки рейки, все пространства очищены, объединены в одно общее пространство, находятся под защитой рейки. И только любовь, свет и гармония может входить и выходить через это пространство, наполняя каждого, кто находится в этом пространстве, всем отрицательным энергиям запрещено. Именем Абсолют. Представляем, как из нашей большой пирамиды прорастают большие корни прямо в центр Земли.
и все, что находится в нашей пирамиде, благословение Господа, тоже прорастает в центр земли. Один метр, два, три, четыре в глубину, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. На 15 метрах просим Ройки помочь. Матушка Земля, прошу тебя, забери все вредные электромагнитные заряды с наших тел. Прям чувствуете, как меняется состояние каждого из вас. Все лишние заряды уходят в Матушке Земле. Активизация происходит, самоисцеление вашего тела. Продолжаем. Прошу Рейки проращивать наши корни прямо до ядра земли. Корни устремляются в ядро земли. И наполняют наши корни трансцендентальной энергией ядра земли, исцеляя весь наш женский род, все наши корни. Энергия поднимается по ногам выше, еще выше, заполняет стопы, голеностопы, икроножные. Сердце расслабляется, растворяются стрессы, колени набираются энергии, бедра, половые органы, поясница, тазовые органы, внутренние органы, позвоночник. Все системы: пищеварительная, кроветворная, дыхательная, опорно-двигательная, нервная, сердечно-сосудистая, наполняется лимфатическая, все транспортировочные системы наполняются, мышечная, костная. Энергия поднимается по плечам, по рукам, по лопаткам, поднимается по голове, челюсть, нос, глаза, уши, затылок, мозговая вся система. Внутренняя энергия Матушки Земли устремляется в космос, свободно нас промывает, тяжелая энергия уходит в центр Земли, отрицательная, легкая отрицательная выталкивается в космос,
Появляется белый луч на макушке каждого из нас. Это энергия космоса. Идет благословение, идеальное заземление каждого из нас. Энергия космоса восстанавливает все функции. Мысли очищаются. Все тяжелое уходит через ноги в центр Земли на переработку раз и навсегда, наполняя нас легкими светлыми энергиями, высокими вибрациями, перестраивая наши вибрации на более высокие, чтобы ни один вирус, никакие страшные события нам не прямую не угрожали, чтобы мы соответствовали вибрациям этого времени Матушке Земле и плану высших сил. Поток усиливается, запрос очень серьезный. Не сопротивляемся, доверяем, расслабляемся, получаем благословение. Получаем благословение, благословение, благословение. Вибрации меняются в каждой клетке вашего тела, в вашем сознании, подсознании. В каждом атоме меняется. Ставим ручку в центре груди. Наш пальчик. Вспоминаем про наш кристальный шар. Энергия космоса, энергия Земли продолжает промывать нас. А мы с вами соберем наше сознание в центре груди. Благодарим себя, благодарим Рейки, благодарим свое имя, свое тело. Просим Рейки помочь собрать сознание шести сторон в центре груди, в кристальном шаре. Традиционно начинаем с ног. Перед этим визуализируем золотые символы на белом фоне. Получаем дополнительную поддержку. Пространство раскрывается. Делаем вдох со стороны ног под пальчик. Вдох. Под пальчиком выдыхаем. Кристальная чистота расширяется. Еще раз вдох. Выдох, кристальная чистота расширяется. Вдох. Выдох, кристальная чистота расширяется. Подтверждаем, что энергия со стороны ног находится в центре нашей груди. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим Рейки собрать энергию со стороны головы. Вдох. Под пальчиком выдох, расширяемся.
Вдох. Выдох, расширяемся. Еще раз вдох со стороны головы по пальчикам. Выдохом расширяем. Кристальная чистота. Со стороны головы наше сознание собрано в центре груди. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим рейки собрать со стороны нашей груди перед нами. Вдох. Выдохом расширяем. Вдох. Выдохом расширяем. Дышим. Еще раз вдох. Молодцы, молодцы, еще раз вдох, выдохом расширяем, молодцы. Подтверждаем, что энергия со стороны груди полностью собрана в центре груди. Вся наша нереализованная будущая фантазия, вся энергия, которая находится там, в этих пространствах, возвращена к нам в центр нашей груди, в наш духовный центр. Теперь просим рейки собрать энергию со стороны спины. Вдох. Выдохом расширяем кристальную частоту. Еще раз вдох. Выдохом расширяем кристальную частоту. Еще раз вдох. Выдохом расширяем кристальную частоту. И еще раз вдох. Выдохом расширяем кристальную частоту. Подтверждаем, что энергия с нашего отработанного прошлого со стороны спины собрана в центре нашей груди, в нашем духовном центре. Просим рейки собрать со стороны левой части нашего тела. Вдох. Все наши меланхолические настроения, все эти пространства депрессии, вся энергия собирается в центре нашей груди. Вдох. Выдохом расширяем. Вдох. Выдохом расширяем в центре груди. Еще раз вдох. Выдохом расширяем в центре груди. Замечательно. Подтверждаем, что энергия со стороны левой части нашего тела собрана в центре нашей груди. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим рейки собрать с правой части нашего тела все наши веселье, смех, радость. Собираем вдох. В центре нашей груди расширяем. Вдох. В центре нашей груди расширяем. Вдох. В центре нашей груди расширяем. Подтверждаем, что энергия с правой части нашего тела собрана в центре нашей груди. Так и есть, так и есть.
Просим Рейки собрать энергию шести сторон в центре груди. Одновременно на полном доверии к Рейке делаем вдох и с шести сторон собираем энергию в центре нашей груди. Вдох. Выдох, расширяем энергию, хорошо, еще раз вдох. Выдох, расширяем энергию, хорошо, вдох. Выдохом расширяем энергию, замечательно. Ребята, вы такие молодцы, вы так хорошо работаете над собой. Так классно идет медитация. Умнички. Теперь просим Рейки наполнить безусловной любовью наш сердечный центр, нашу сердечную чакру и одухотворить последними божественными вибрациями всю собранную энергию в нашем духовном центре, в центре нашего тела. Вдох. С белого шара вдыхаем и выдохом в центре груди расширяем белый свет на всю нашу чакру. Прошу Рейки передать состояние каждому, образ расширения света. Еще раз вдох. И выдохом, молодцы. А теперь вдох и проговариваем про себя Рей. Вдох, Рей. И выдохом Ки. Хорошо. Еще раз вдох, Рей. Выдохом Ки, хорошо. Разрешаем энергии Рейки входить и выходить через наше сердечное пространство, расширяя белый свет на все наше тело, на всю нашу чакральную систему, на весь наш кокон, на все наши энергетические тела, на все наше внутреннее пространство и внешнее пространство. Здесь и сейчас. Благословение Господа по желанию каждого, столько, сколько он готов разрешить. Молодцы. Медленно возвращаемся в себя. Делаем глубокий вдох. Выдох через рот. Хорошо. Еще раз глубокий вдох, выдох через рот, еще раз глубокий вдох, выдох через рот. Отвечая на ваш вопрос, нет ничего страшного, что мы возвращаем энергию из нашего будущего. Мы возвращаем энергию из наших нереализованных фантазий. Если не будет энергии, не будет ничего вообще. Не будет никакой реализации. Не будет материализации. Ничего не будет. Мы просто неосознанно отдаем свою энергию с помощью концентрации мысли. Те сферы и пространства ситуации, в которые, в принципе, нам не нужны. Даже если вы в детстве мечтали быть какой-то суперпрофессией, вы мечтали об этом, вы отправляли туда свою энергию, вы об этом думали. И в потоке Рейки
у нас есть возможность вернуть эту энергию, одухотворить ее, очистить. И потом, когда у человека растет сознание, он уже четко понимает, откуда ему взять энергию и куда отправить для реализации. И таким образом мы начинаем потихоньку собирать то, что мы разбросали в своем неосознанном состоянии, в состоянии сна, сна наяву. Таким образом у нас и энергии из будущего собираются, и энергии из прошлого. Зачем нам какие-то сложные ситуации, которые были в нашей жизни? Зачем мы их в себе нянчим, носим их с собой, когда это уже было 100 лет назад? И все, настоящее здесь. Поэтому из этого тоже можно забрать энергию, она же ваша, и пустить на благо. Также и с левой части тела. Если нет энергии, нету ничего. Поэтому если в каком-то определенном период времени было грустное настроение, депрессия, там еще что-то, в любом случае за счет вашей энергии это произошло. Поэтому зачем нам это нянчить? Давайте заберем. Если мы заберем энергию, в подсознательном ничего не останется. И следа даже не останется от какой-то ситуации, которая вам приносит дискомфорт. Даже если она была 20 лет назад. Ну хорошо, 20 уже, может, мы и не помним. Ну пусть год назад даже. То есть возвращая эту энергию такими простыми способами, мы все равно начинаем чистить свое бессознательное, подсознательное, свое будущее. Да, то есть есть же такие простые принципы. Хочешь что-то новое, избавься от старого. Если мы обложились со всех сторон наших жизненных сфер, прошлого, будущего, эмоций, духовного аспекта, материального аспекта, со всех сторон мы обложились какими-то мертвыми ситуациями, которые уже давно отжили свое, и они нам просто не нужны, они просто, они тянут энергию. В любом случае, если мы хотим ее держать, помнить о ней, она же требует все равно подпиточку. Тогда и получается, что там, от нас все равно какие-то такие ниточки, и эти все товарищи, энергетическая эта вся субстанция, она тоже кушать хочет. Когда мы возвращаем эту энергию, мы ее обездвиживаем. Она уже не имеет такой силы над нами. И чем чаще мы это будем делать, тем будет лучше результат. Есть определенные обстоятельства, карма, какие-то программы поведения подсознательные, которые просто иногда не дают, не разрешают нам лично для себя же самого убрать все 100% энергии туда. То есть что-то убрали, влияние спало, но там что-то осталось. И это, кстати, очень хороший такой способ работы над ситуациями. Это, кстати, уже немножко, скажем так, образование по первой ступени рейки. Это уже хороший способ работать с ситуациями прошлого в такой медитации. Целенаправленно забирать оттуда энергию. Но главное, ее надо одухотворить. Тогда она остается в центре груди, в нашем духовном центре. И мы ее можем отправить куда угодно. В нижний котел, да, для лучшего здоровья, для материализации, для грубой силы, встал и сделал.
или в чакру какую-то из. С помощью дыхания. Дыхание есть концентрация. Концентрация есть наша душа. Поэтому там, где наша концентрация, там находится в этот момент наша душа, то есть энергия нашей души, которую мы с вами и возвращаем. Поэтому нет ничего страшного. Даже возвращать с наших радостных моментов эту энергию. Это прошлое, оно уже было. Ну, хотите, чтобы у вас там ваши эмоции это украшало? Оставляйте. Но есть же какие-то ситуации, которые, в принципе, вы уже отжили, и ваше сознание уже выросло, и вам эти ситуации уже не интересны. Поэтому вы просто доверяете рейки. Рейки все равно без вашей воли, вашей внутренней воли, ничего не сможет сделать. Никак. В общем, молодцы, хорошо промедитировали. Сейчас у нас 21:34. В 21:40 мы с вами собираемся, проводим традиционную очищающую медитацию и закругляемся. Благодарю, до встречи.
Ребята, собираемся. И не зря сегодня затронул тему по поводу вирусов. Как вообще это работает? Как человек, в принципе, без воли человека, любая информация, любая энергия зайти в его поле не может. Каким образом отрицательные энергии входят в наши поля, подселяются? За счет страха. То есть транслируется в мир информация, которая вызывает у человека страх в, скажем так, в несознательном состоянии, да, во сне наяву, на автопилоте. И таким образом люди начинают открывать двери всем этим страшным вирусам. Также и вирусы, также и какая-то черная магия, все остальное. За счет каких-то эмоциональных всплесков происходит открытие дверцы в ваш внутренний мир. Без вашего разрешения, просто такой тонкий момент, что они знают, как это разрешение достать, а люди в основном не знают. Но когда мы работаем своей кристальной частотой, мы становимся настолько эмоционально устойчивыми, гармоничными, что даже страшные события в мире мы воспринимаем не так ярко, как, допустим, обычный человек. Все мы прошли через, те, кто из Украины, все прошли через определенный свой тяжелый путь выезда из страны. И также я его прошел. И мой путь и моей семьи, он начался в первый же день, утром, как только все это началось. И какое-то время я, может, где-то час, я вел себя, как и все остальные люди, паниковал, стоял в банкомате. И когда я собрал кристальную чистоту, поправил чакры, почистил 5 элементов, мне стало все сразу ясно и понятно. Внешне это казалось, что я четко знаю, что я делаю. Внутри казалось, что я вижу этот мир, эту ситуацию сейчас по-другому. И у нас все получилось. Мы с нулевыми потерями выехали из страны максимально быстро. Не платя какие-то там левые деньги за что-то еще. Просто в тот кризисный момент самообладание было настолько на высоком уровне, что четко и холодно, и наперед, на несколько шагов вперед в разных вариациях событий просчитывалось все, и плюс еще, конечно же, поддерживала энергия рейки, ангел-хранитель, подсказки были, все. Но даже если у тебя очень классный ангел-хранитель, а в твоей голове шумы, и у тебя эмоциональная истерика, как он тебе поможет, если ты его не слышишь? Поэтому нам всем очень важно работать над своей кристальной частотой. В первую очередь.
А потом уже дальше заземление нам дает здоровье, чистые мысли, вибрации меняются, выше становятся. Красный шар дает нам силу, энергию. Вот. Дыхание на восьмую чакру, белый шар, нам дает уровень, рост уровня нашего сознания, чистится программы нашей души. Вот эти все вещи вместе с кристальной чистотой дают поразительные результаты. Поэтому при любой ситуации всегда сначала соберите кристальную чистоту, а потом еще раз подумайте, как поступить. Кстати, у нас же скоро февраль. Вы пишете уже желание на февраль? Теперь один интересный момент по поводу физики. Знаете, я очень радуюсь, когда у меня проявляются какие-то симптомы на физике. Это говорит о том, что, ну, если бы человек просто над собой не работал, да, это происходило бы, ну, в определенном цикле времени. Что-то к человеку какие-то приходят мысли, что-то он где-то мудрость какую-то получает. Ну, это как бы тоже в таком неосознанном состоянии. Когда человек над собой работает, он четко внутри понимает, почему у него идут эти сопли, почему у него болит эта нога. Вот. И когда вот приходит вот это осознание, почему, боль уходит, симптом уходит. И когда что-то обостряется, физика, она в принципе выздоравливает через обострение. Сначала, если какая-то хроника, энергия идет, идет обострение, потом осознание, переосознание и потом уже избавление. Поэтому, если вдруг какие-то ситуации, какие-то состояния, ну, что-то старое возвращается, или новое что-то появляется, даже вплоть до простуды, пейте водичку. Это просто идет чистка. Выходят токсины. Будете пить воду, симптомы уйдут сами по себе. Просто перестроится поток, со слабого места пойдет на выход через жидкость. Я последнее время, уже где-то дня три, очень пью мало воды. Вот результат. У нас сейчас дома, я уже говорил, у меня пятеро детей. И у нас детей там по 38-39 температура. Кто разрешился сделать сеанс рейки, тот на следующий день огурцом. Кто нет, тот нурофен пьет. Даже я как родитель не могу заставлять. Но это тоже процесс идет. Это работа, родовая работа идет. Тоже что-то, каждый из членов семьи что-то переосознает, понимает в этот момент. Наш учитель это называет мордой по асфальту. То есть, говорит, есть два пути развития человека. Через осознание, через мудрость, а второй мордой по асфальту. Вот там выбирай, какой тебе нравится. То есть, когда человек работает над собой, ну, то, что говорил, смелость и храбрость, признать свои перед самим собой, это мудрость и осознание. А если вот как по течению, это мордой по асфальту. Хорошо. Закрываем глаза.
вспоминаю про нашу кристальную чистоту, божественную кристальную чистоту. Как свободно протекает энергия Земли и космоса через нас. Просим Рейки восстановить каждому из нас наши чакры. Делаем вдох с белого шара над головой, центр нашей груди, Рей. И выдохом через сердечную чакру, через центр нашей груди, дышим прямо в корневую чакру, которая находится у нас в районе промежности нашей, красного цвета. Ки. Чакра получает энергию Рейки, наполняется, расширяется. Еще раз Рей. Белого шара, центр груди. Ки. И еще раз Рей. Ки. Хорошо, молодцы. Просим Рейки вращать чакру по часовой стрелке. Чакра начинает вращаться. Делаем теперь вдох Рей и выдохом Ки в чакру, запускаем вращение чакры по часовой стрелке от левой ноги к правой. Чакра очищается, все отрицательное уходит к матушке Земле раз и навсегда и безвозвратно, наполняя нашу чакру светлыми энергиями. Чакра наполняется, вращается, вращается. Еще раз Рей. Ки. Еще ускоряется вращение, еще чакра очищается. И еще раз Рей. Ки. Еще сильнее чакра вращается, аж чувствуется, как тело начинает вперед-назад двигаться. Еще раз Рей. Еще раз Ки. Происходит эффект центрифуги. Теперь просим Рейки очистить хара-чакру. Оранжевая чакра, шар, который находится ниже пупка. Два пальца ниже пупка. Рей с белого шара, центр груди. Ки, энергия наполняет хара-чакру каждого из нас. Еще раз Рей. Ки, хорошо, молодцы. И еще раз Рей. Ки, хорошо, энергия вращается по часовой стрелке. Рейки помогает каждому из нас. Главное чувствовать Рей. Ки, хорошо, хорошо, ускоряется чакра. Очищается, все отрицательное уходит в центр Земли раз и навсегда. Безвозвратно. Еще раз Рей. Ки, чакра ускоряется, ускоряется. Оранжевый цвет становится мягким, чистым. Еще раз Рей. Ки, хорошо, чакра вращается по часовой стрелке. Просим Рейки восстановить, очистить и наполнить. И запустить чакру солнечного сплетения, желтый шар в районе нашего желудка. Рей.
с белого шара в центре груди. И желтый шар наполняется энергией рейки. Прошу рейки, почувствуйте, когда вы вдыхаете рей, почувствуйте эту безусловную любовь всей этой вселенной и высшей этой вселенной. Вы поговорите, я разрешаю эту любовь почувствовать. Рей. Ки. Желтый шар наполняется, расширяется еще раз. Хорошо, хорошо. Просим рейки вращать по часовой стрелке солнечное сплетение рей. Центр груди набираем, набираем, набираем. Выдержка дыхания, выдох. Ки. Молодцы. Чакра начинает вращаться по часовой стрелке. Восстанавливается пищеварение. Эмоциональное пищеварение, физическое пищеварение. Очищаются образы. Все отрицание уходит в центр земли без возврата. Рей. Ки. Еще сильнее вращается чакра солнечного сплетения желтого цвета. Еще раз рей. Ки. Хорошо вращается, вращается, вращается. Рей. Еще раз. Ки. Хорошо вращается, вращается, чакра вращается по часовой стрелке. Прошу рейки помочь каждому. Еще раз рей. Ки. Хорошо. Еще раз. Каждого вращается по часовой стрелке, так и есть, так и есть, так и есть. Просим рейки наполнить сердечную чакру, зеленый шар в центре груди. Рей с белого шара над головой, кристальный шар в центре груди. И выдох с кристального шара в зеленый шар. Ваш образ – зеленый шар, а в центре зеленого шара – кристалл. Это и есть ваша кристальная чистота. Еще раз рей. Ки. Расширяем сердечную чакру энергии рейки. Еще раз рей. И хорошо расширяется сердечная чакра, наполняется энергией рейки. Разрешаем, разрешаем еще раз рейки. И хорошо, молодцы. Теперь просим рейки вращать чакру по часовой стрелке. Рей. И запускаем вращение по часовой стрелке зеленого шара. Все отрицания уходят в землю безвозвратно. Еще раз рей. И в потоке рейки, в защите, в пирамиде только наполняются наши чакры божественными энергиями. Других энергий нету в пространстве. Им запрещено присутствовать.
и влиять. Только божественные светлые энергии. Еще раз стоим. И хорошо, еще раз ры. И замечательно. Чакра, сердечная чакра вращается каждого из нас по часовой стрелке. Наполняется энергией рейки. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим рейки горловую чакру восстановить, наполнить и запустить по часовой стрелке. Голубой шар в районе нашего горла. Рей. Кристальную чистоту и выдох горловую ки. Голубой шар расширяется, набирается энергии рейки. Еще раз рей. И хорошо наполняется энергия рейки больше. Еще раз рей. И голубой шар начинает вращаться по часовой стрелке, очищает и отдает все отрицания в центр Земли без возврата. Взамен наполняется божественными энергиями рейки. Рей. И хорошо, чакра вращается по часовой каждого. И еще раз рей. И молодцы, чакра вращается, наполняется 100% потенциалом энергии рейки, энергии Земли, энергии космоса. Всеми тремя энергиями все наши чакры наполняются гармонично между собой для нашей духовной реализации, для нашего личного роста, для нашего крепкого здоровья, для нашей самореализации, для нашего финансового благополучия, изобилия. Просим рейки восстановить чакру третьего глаза. Горловая восстановлена. Рей. Кристального шара в центре груди. Синий шар в районе нашего лба. Ки. Расслабляется голова. Расслабляется шея. Еще раз рей. С белого шара тянем энергию рей. Ки из кристального синий шар. Чакра расширяется. Еще раз рей. Ки хорошо. Просим рейки вращать чакру по часовой стрелке и очищать рей. Чакра третьего глаза, ки, чакра вращается по часовой стрелке, набирает обороты и отдает все отрицание центра Земли без возврата. Так и есть, так и есть, так и есть. Еще раз рей. Ки, еще вращается, хорошо. Все мысленное напряжение в голове растворяется. Физическая боль уходит. Рей. Ки, молодцы, вращается чакра по часовой еще сильнее. Рей. Ки, хорошо вращается. Подтверждаем, что чакра третьего глаза каждого из нас вращается по часовой стрелке. Очищена, так и есть, так и есть, так и есть. Наполняется 100% потенциал светлых энергий Земли, космоса,
и рейки. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим рейки восстановить, очистить, запустить по часовой стрелке корону, чакру фиолетового цвета. Над головой она находится прямо над макушкой. Рей. В центре груди, задержка дыхания и фиолетовые шарки. Давление спадает. Рей. Ки. Еще легче становится. Еще раз рей. Ки. Влияние атмосферного столпа на нас становится меньше, легче. Рей. Ки. Фиолетовая чакра наполняется светом. Просим рейки вращать коронную чакру по часовой стрелке. Рей. Ки. Чакра начинает вращаться по часовой стрелке. Отдает все отрицание в центр Земли, в космос. Все отрицательные космические программы растворяются. Еще раз рей. И еще чакра сильнее вращается. Хорошо. Еще раз рей. Ки. Молодцы. Все семь наших основных чакр вращаются по часовой стрелке. Набирает 100% потенциал божественных энергий. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим рейки белой сферы очистить все наше внутреннее и внешнее пространство. Наша белая сфера над головой. Делаем вдох. В центре груди. И выдохом дышим в эту сферу. Наша сфера расширяется. Еще раз вдох. В центр груди, выдохом сфера расширяется через макушку, через чакру третьего глаза, лучше пусть идет. Расширяется белая сфера, еще раз вдох. И выдохом расширяется. Сфера опускается, на наш кокон, на нашу верхнюю шаму. Наш энергетический кокон выравнивает его, очищает с внешней стороны, с внутреннего пространства, пускается по нашему физическому телу, нашим чакрам, всему проявленному, непроявленному нашему телу, забирает все отрицания, как губка впитывает, как сорбент. Сверху вниз. Каждого из нас наполняет белая сфера. Вычищает. Всасывает в себя все темное, все липкое. Все серое, все грязное. После себя оставляет только белый свет. Доходит до наших ног, до нашей нижней шамы. Полностью покрывает все наше внутреннее пространство белой сферы. Белая сфера начинает вращаться по часовой стрелке, втягивает в себя
все отрицание, все закоулки нашего подсознания очищаются. Еще сфера расширяется шире, 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 шире. За пределы нашего кокона уходит. Расширяется на всю нашу комнату. Подтверждаем, что внутреннее пространство каждого из нас именем Абсолют Благословения этой Вселенной, милости Господа, очищена. Сфера поднимается над головой. Там она очищается, становится опять кристально белой, снова спускается, окутывает нас, расширяется на всю нашу комнату, расширяется на каждого из нас комнату, вашу квартиру, ваш дом и очищает ваше внешнее пространство, забирая все отрицания в себя, как губка. Очищает, 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 очистила. Расширяется на вашу работу, ваша ситуация. Очищается все ваше окружение. Все отрицание, все темное, все всасывается. Все, что связано с вами, что влияет на ваше внутреннее гармоничное состояние по карме через вас, уходит, чтобы не влияло на вас. Уходит, уходит, уходит. Уходит, уходит, уходит. Еще, еще, еще. Еще уходит. Еще уходит. Еще уходит. Очищено. Так и есть, так и есть, так и есть. Поднимается снова сфера над головой. Очищается. Становится кристально белый. Снова спускается, заполняя все наше тело. Расширяется на наше общее пространство. Прошу Рейки запустить золотую сферу в пирамиде основной. И сжигать отрицательную карму, мешающую духовному росту каждого из нас. Золотая сфера вращается по часовой стрелке и сжигает все кармические программы, подавляющие нашу душу именем Абсолют. Благословение, Святой Творец. Потоки, только в потоке Рейки все происходит. Белая сфера расширяется. Приглашаем фантом пирамиды желаний в индийской школе на весь 2024 год. Просим очистить все желания, все сознания людей, все обстоятельства, все ситуации самым наилучшим образом во благо каждого, для реализации желаний каждого человека, который положил туда свои желания. На индийскую пирамиду, на тирольскую пирамиду. Губка вытягивает с пирамиды все отрицания. Пирамида становится кристально чистая,
золотыми прожилками. Представляем, как из нашей груди льется любовь в эту пирамиду. Через нашу макушку Рей задержка дыхания, выдох Ки, наполняется пирамида любовью. Еще раз Рей. Ки, хорошо, наполняется любовью. Еще раз Рей. Ки, молодцы. Энергия удвоилась. Подтверждаем, что желание каждого участника пирамиды в индийской школе реализовано самым наилучшим образом в 2024 году. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим Рейки отправить фантом на свое место. Приглашаем пирамиду индийскую на январь. Также просим Рейки белой сферой очистить. Идет очищение на реализацию желаний каждого. Принятие мудрости, осознания, понимания. Очищение раскрытия всех пространств, всех обстоятельств. Самым наилучшим образом потоки Рейки. Очищено. И наполняем теперь эту пирамиду любовью. Рей. Задержка дыхания. Выдох. Ки. Еще раз. Рей. Задержка дыхания. Выдох. Ки. Молодцы. И еще раз. Рей. Задержка дыхания. Выдох. Ки. Я ускоряю этот процесс. Вы самостоятельно можете делать в своем ритме. Наслаждаться этими энергиями. Подтверждаем, что пирамида заряжена. Желания. Все желания людей в январе реализовались самым наилучшим образом для каждого. Так и есть, так и есть, так и есть. Прошу Рейки отправить фантом на свое место. Приглашаем Тирольскую пирамиду. Просим Рейки очистить. Тирольская очищена. Наполнять ее светом. Визуализируем, как с вашего сердца льется любовь на реализацию каждого человека, желаний. Пирамида заряжена, желания реализованы во благо каждого. Отправляем фантом на свое место, приглашаем пирамиду на месяц, на январь, Тирольскую. И также очищаем, просим Рейки очистить и наполнить через наши сердца. Происходит ускоренная трансформация. Вне времени и пространства. Самым гармоничным образом для каждого. Очищена и наполнена. Так и есть, так и есть, так и есть. Отправляем ее на место. Приглашаем свои желания. И вот этот уже раскачанный поток. Просим Рейки очистить каждого из нас. Список наших желаний на полную реализацию. Каждого желания самым наилучшим образом. Во благо каждого. Белая сфера начинает очищать. Очищает, очищает, очищает. Продолжаем визуализировать, как белая сфера очищает ваше желание. Для самой наилучшей реализации.
Очищаем, очищаем, очищаем. Очищаем. Хорошо. Подтверждаем, что желания каждого из нас полностью очистились. Все пространства очистились, раскрылись. Все обстоятельства очистились, раскрылись. Просим Рейки зарядить наше желание через этот огромный поток любви, через наше сердце, духовное сердце, поток. И заряжает каждую просьбу энергии Рейки на самую лучшую реализацию. Заряжает, 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 удваивает, удваивает. Еще у каждого прошу интеграцию. Поток усилился, удвоился. Заряжено. Подтверждаем, что наши желания полностью реализованы и получили необходимую энергетическую поддержку на полную реализацию во благо каждого. Так и есть, так и есть, так и есть. Отправляем желание на свое место. Сфера становится пустая, поднимается над головой, очищается, обратно опускается. Можем отправить в эту сферу все свои проблемы, все свои переживания, все свои какие-то напряженные отношения с людьми. Все, что хотите, чтобы Господь гармонизировал, в чем вам нужна помощь, отправляете в эту белую сферу. Отправляем, 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 отправляем. Хорошо, теперь просим Рейки очистить в белой сфере. И как губка, все вытягивается раз и навсегда. Вытягивается, вытягивается, наполняется светом. Каждая ситуация, каждая просьба, каждое обстоятельство, каждое отношение с людьми. Все наполняется светом. Разрешаем себе. Подтверждаем, что здесь и сейчас найден самый наилучший выход из ситуации. Взаимоотношения гармоничным образом восстановлены. Они теплые и сердечные. Все обстоятельства очищены и гармонизированы. Все преграды растворены. Так и есть, так и есть, так и есть. Все, кто просил исцеления, его получил. Так и есть, так и есть, так и есть. Сфера расширяется на весь ваш дом, вашу улицу, ваш район, ваш город, вашу страну, континент, планету. За пределы планеты. Захватывает все темное. Все, что мешает вашему гармоничному состоянию. За пределы Солнечной системы, галактики и Вселенной. И уходит за пределы Вселенной. Раз и навсегда выброшена.
и больше не возвращается. Без возврата. Так и есть, так и есть, так и есть. Подтверждаем, что круг рейки завершен. Каждый из нас получил новое состояние, новые знания, поддержку и исцеление. Просим рейки адаптировать, гармонизировать полученную энергию, информацию на всех чакрах и на всех субчакрах. Просим рейки распределить энергетическую поддержку на все 7 дней до следующего круга рейки в среду 20:00 по Вене. Энергия распределяется. Каждый из нас получает поддержку на решение своих кармических вопросов, восстановление взаимоотношений в семье. Наполняемся оптимизмом. Так и есть, так и есть, так и есть. Просим рейки, натираем руки до горяча. Просим рейки адаптировать энергию. Под руками ставим на глаза руки, под руками открываем глаза и получаем эту энергию через наши глаза. Еще раз натираем руки. Еще раз получаем энергию. И еще раз вытираем руки. И еще раз получаем энергию. Разглаживаем ее по своему телу, физическому, энергетическому. И в конце обрезаем и отправляем в центр Земли. Лишнего нам не надо. Вас поздравляю с успешной медитацией. Прошу рейки дать поддержку каждому, кто смотрел это видео. Мудрости, осознания, его жизненных вопросов. Дать поддержку его пространству до следующей среды 20:00 по Вене. До 24 января 2024 года. Так и есть, так и есть, так и есть. Благодарю учителей рейки. Благодарю. За переданные знания, за благость, благословение и любовь. Прошу закрыть пространство. Каждому из нас дать такое состояние, чтобы мы свободно удерживали полученные энергии здесь и сейчас, и вне времени и пространства. Самым наилучшим образом для каждого, растворяя все преграды раз и навсегда. Так и есть, так и есть, так и есть. Спасибо, ребят, за участие, за медитацию. Увидимся с вами в следующую среду в 20:00. Хорошего вечера. До свидания. До свидания.